Буквально несколько минут назад в центральной сауне столицы было обнаружено тело легендарного российского актера. Полиция установила, что мэтр кино умер не своей смертью. Перед походом в баню стало известно, что он получил новую роль, за которую боролись многие актеры. Виновник смерти был задержан по горячим следам. Им оказался друг артиста и тоже российский актер. Остается загадкой, почему кумир миллионов пошел в баню один. Доподлинно известно, что он заказал в сауну ужин, состоящий из креветок, томатного сока, шампанского и более крепкого спиртного. Баню он арендовал на 2 часа, но по истечении положенного срока так из нее и не вышел. Следствие установило, что в шампанское были добавлены сильные антидепрессантные вещества, вызывающие у человека страх и галлюцинации. После приема таких препаратов человек может делать необдуманные поступки и не осознавать происходящее. Когда работники сауны открыли дверь, они увидели тело лежащего на кафеле актера. Спасти и реанимировать звезду кино не удалось. Ушла эпоха, скончался легендарный советский и российский актер. Народный артист России и Украины. Звезда фильмов «Улицы разбитых фонарей», «Место встречи изменить нельзя», «Интердевочка», «Убойная сила», «Моя граница». Скончался 70-летний Евгений Леонов Гладышев.